Вот смотрите, вот на тот рынок, когда мы поедем, там продаются мешками очищенные семечки. Они правильные все. Мы их засыпаем вот в этот аппарат, который называется маслопресс, так называемый. Стоит всего 20 тысяч. Могу ссылку сбросить на AliExpress. Вы его включаете, и процесс начинается. Вот жмых, это наша халва, которую мы делаем. Ее с сахаром мешают, а как халву продают. Вот она выходит сюда. Это чистый белок. Кстати, ребята, качки, там это чистый белок. Ну вот, пожалуйста, кушайте. Ну, я... своеобразный это. Нет, ну ты попробуй. Она, кстати, такая штука, она с сахаром вот мешает, это халва получается. Но я вот не ем сахар сейчас. Давай, 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 попробуем. Поэтому... Вот она горячая. Слушай, такая горячая, да. Вот. Ну я включил сейчас нагрев, а вообще лучше холодного отжима делать. Ну как? Ну вот, смотрите, вот это масло, оно получается, и я им пользуюсь. И обычно поливаю салаты, вот те, которые делаю, чтобы вкус какой-то давать. Это подсолнечное масло. Ну, обычно на 2 недели один раз я это делаю. И очень классное масло, которое очень сильно люблю. Лидеры в этом масле это... австрияки, вот мне сейчас привезли австрийское масло, тыквенные семечки. Вот они классно делают, я сам делаю тоже из тыквенных семечек, вот у меня есть коробка. То же самое, но выход получается хуже, там порядка 30% от семечек, ну, на массу. Слушай, скажи, пожалуйста, вот сколько нужно для того, чтобы литр сделать? Литр масла это примерно 1,5 килограмма семечек. Вот мы из этого сможем... А в деньгах это сколько получается? Да тоже, ну где-то 100 рублей получается. Не, подожди, семечки сколько стоят? Ну не помню, я мешком беру прямо. Где-то литр 100 рублей получается, недорого. Ну да, так получается бы. Примерно... Ну чуть-чуть дороже, но по крайней мере чуть-чуть это... Чуть-чуть дороже, знаешь, да. Ты знаешь, что ты но готовишь. Но это твое масло, оно вкусное, оно просто вкусное. Оно. Я вот. Сейчас попробую, ты давай это, да, не рекламируй. Мы сейчас сделаем, можем салат сделать. Вы попробуйте, потом вы не сможете уже есть магазинное что-то уже. И любое масло, кунжутное можно делать, и можно льняное, что я делал. Больше я пока на 4 маслах сижу. Ну, что я делал там. Вот, кстати, это вот так же семечки покупаешь, тыквенные, вот, видно, да? Вот. И из него делаешь. Ну, это мое любимое масло просто. Вот все салаты я заправляю и очень мне нравится. Ну, это время требует какое-то определенное. Но поверьте, вы найдете для своего здоровья 15 минут в 2 недели, чтобы сделать палитру масла каждого. Чтобы обслужить свою семью. И хотя бы детей, чтобы дети ели... Ну, то, что ели наши предки. Ну, пока не экологически чистые продукты. Потому что, я думаю, подсолнечник вряд ли еще там ГМО у нас. Нам вообще везет, что мы в России живем, что нас мы отстали от Запада. У них там все уже ГМО, а мы еще, как бы, думаю, на нормальных продуктах находимся. Ну, конечно, сейчас уже пришли эти корпорации. Очень обидно, как смотреть за этим процессом. Но, тем не менее, пока у надежных поставщиков берем.